По статистике, это один из самых опасных пешеходных переходов на улице Сахалинской. Выезд на полосу встречного движения и нарушение скоростного режима – основные причины трагедий. Обезопасить пешеходов решили, используя российский и мировой опыт. Такой островок водители могут видеть издалека, а это значит, что необходимо снизить скорость. Но не все жители областной столицы считают новшества полезными. Мнения горожан разделились. Я так поняла, что это зеленый островок безопасности для пешеходов. Он а очень как... нужен, здесь много сбивают людей. То, что они наставили колотушек и там, да, это ну, очередная дурость, просто очередная, понимаешь, ну, чтобы деньги собирать. Автолюбители не привыкли к новым препятствиям на проезжей части. Чтобы не происходило серьезных ДТП, городские власти решили не устанавливать металлические столбы и бетонные бордюры посреди дороги. Новый инвентарь сделан из облегченных материалов. Например, на улице Дзержинского не прошло и недели после установки ограничительных столбов, а часть из них уже пришла в негодность. Раньше, вопреки всем правилам, полосу занимали припаркованные автомобили. Теперь на этом месте ограждение, и обзор стал больше. Однако мнения водителей также разделились. Что, когда подъезжаешь к пешеходу, да, и не видно, идет человек или нет, а так хоть заблаговременно можно увидеть. Я вообще не знаю, кто их придумал, вот это вот здесь и там дальше еще хуже. Не выйдешь, вторая полоса вообще занята получается. Направо не повернешь, потому что ждешь, когда приедут прямо или налево повернут. Ну, безобразие самое натуральное. Поставьте знаки, что остановка запрещена, все. Зачем вот это вот деньги лишние тратить? По словам представителей администрации города, повреждения гибких столбов были ожидаемы. Но, как показывает мировая практика, на сегодня это самый недорогой и эффективный способ обезопасить пешеходов и пресечь парковку автомобилей в неположенном месте. Владимир Ильин, Евгений Ахмадеев, телекомпания ОТВ.